Россияне не будут переводить стрелки. Напомню, переход на зимнее и летнее время был отменен в 2011 году. После чего многие начали жаловаться на хроническую усталость и недосыпание и прочие неприятные симптомы. По мнению экспертов, произошло это из-за того, что система исчисления времени в нашей стране опережает астрономическое на 2 часа. Несмотря на это, Верховный суд России признал законным решение о введении круглогодичного летнего времени. По словам специалистов Института географии, это позволит более эффективно использовать светлое время суток, что снизит стресс для населения, а значит, сократит аварийность и заболеваемость в стране.